Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня прокачка самца. Оставил я места для этих героев и решил добить, показывал. Забрал сегодня его, еще мага, попозже тоже прокачаю. Будем тестировать, смотреть, что, как, почему, куда. Интересно, сразу ему качнуть здесь 66. Надо ему будет все-таки делать аугментацию, эволюцию. В общем, решил его прокачать, так как, в принципе, он лучше, чем последний герой, который вышел донатный, поинтересней. Ну и надо для того, чтобы силу поднимать. Без этого никуда. Блин, коробок дофигища. Будем полчаса ролить. Буду качать максимальный дефный вариант. То есть по максимуму деф. Это у нас огненка. Плюс СО. Ну, сейчас посмотрим, что у нас вылетит. И потестируем, побегаем немножко. И я уже даже, ну, я, честно говоря, многими героями даже последними не бегал в основном. Почему? Потому что, ну, не знаю, неинтересно было. Поднадоела эта гонка. Ну, в принципе, как и многим из вас. Из кучи других веселых фановых игр. Так. Вот, здравствуйте. Девятку качну. Не буду тратить. Я не помню, что там у меня по камням. Такс. Заодно и ресурсы все потратим. Не мешали нам. Ну, отлично, можем сразу дальше качать. Герой, в принципе, интересный для PvP локации, больше не знаю. Я видел несколько таких героев на дефе, ну, мне они не особо зашли. Почитаем его скилл. Есть иммунитет у него. Но это особо его все равно не спасает. У нас было сколько? 66, стало сразу 70, это при том, что мы его еще даже не качали. Немножко позаморачиваемся. Ну, тут попроще, нежели качать на немке. И героя там ресурсов меньше, тут какое-то золото, мана есть, себе раз зафигачат. По сути, за 5 минут сделал готового героя, там еще плюс 5 минут прокачал ему прорыв. И, в принципе, все, герой у тебя готов. С этим проблем, как видите, проблем с ресурсами для прокачки вообще никаких нет. Такс. А кристаллов нам не хватает, вот так вот дожились. Сейчас мне надо будет, походу, там еще линейку подкачать, судя по всему. Сейчас посмотрим. О, уже 71. Там сколько? 72 800, по-моему, если я не ошибаюсь. Но это нам надо сделать аугментацию. Тогда без проблем. До 14 мы сейчас докачаем. Посмотрим на этого зверя в деле. Он себя будет представлять. Хотя, в принципе, герой такой. Как и большинство последних героев, ни о чем. Как по мне, он не может сравниться с тем же самым огником по универсальности, да, там, если брать для начинающего аккаунта, для топового аккаунта, с зефиром и прочими героями. То есть это чисто так уже для линейки, для подкачки, для прокачки.
я считаю, не более того их делают, этих героев. Так, 180 есть. Так, не хватает нам немножко. Ну, сейчас мы сделаем агментацию ему. Собирать не знаю, подумаю сейчас. Я хочу еще сделать тест против других героев. Может, где-то интересно его будет применение на локациях PvP-шных. Потестируем. Я у Андрюхи тестил. Ну, такое, знаете, нету такого, как раньше были герои. Выходит донатный герой. Как Некрос там выходил, да, Вольт выходил. И ты от него кайфуешь. Ты понимаешь, что это такое. Что это за имба? Ну, каждый герой имеет свое время, да, там. То есть в свое время Вольт был кайфовый. Каждый донатный герой был кайфовым. А сейчас же, если посмотреть, сейчас такого нет. Вот выходят, каждую обнову там выходит 1-2 донатных героя, но они не настолько там прям мега-мега вау. Изи просто. Просто, блядь, ну это просто, знаете, это просто подарок у нас. Ну, как обычно, подкручено. Не знаю, у меня упала такая же фигня там с пару тычек на бездонате. И здесь, считайте, с какой там со второй или с третьей тычки. Просто, просто мега круто тоже подфартило. Это реально прикольненько. Но здесь, смотрите, здесь даже пятерками не пахнет. Да, шанс, конечно. Причем, что мы ролим за самоцветы, просто пипец. Да. Что-то пороблено, короче. Но все равно, две пятерки. Словили. У меня там на аккаунте только у некоторых героев. Есть, я не особо заморачивался уже, потом уже ввели, я много самоцветов посливал в свое время на это все дело. Сейчас я уже не настолько заморачиваюсь над этим. Но раньше реально было веселее. Сейчас можно все сделать, но единственная вот самая затратная вещь — это созвездие. И созвездие реально очень многое решает. Ну давай. Не хочет, короче. Просто писец, посмотрите. Две упало, и все. Три. Ничего себе. Нам надо как минимум еще две вытащить, чтобы у нас бонус хоть был. Ну, не пятая чарка, а шестая. Седьмую я ловить даже не буду, смысла нету никакого. О, ничего себе. Не, я вам скажу, мы еще малыми самоцветами обходимся при роллинге. Ну как малыми? Относительно, у нас было 140 чем-то, а сейчас у нас уже намного меньше. Но все же. Ну давай уже пятую. Хватит уже морозиться. Уже 20к улетело. Самое интересное, когда доходит до последних, там, пятой, шестой. И реально, а если последнюю, отлично. А, нормально, в принципе, выпало. Поехали еще чарку сейчас подберем. Сразу же. Да, долго мы будем тут выбирать. Не знаю, у меня ассески есть или нет. Сейчас посмотрим. По-моему, были. Да, ассески есть.
Поставлю пока SS-ку. Вот такой вот вариант. Шестая активирована у нас. Отлично. Теперь поехали. Эмблемку нам надо допилить. И талантик ему надо докачать. Так, все, есть альфа-самец у нас на максималке. 15-15. Я не знаю, давайте апнем волкнику. Так уж и быть. Такс. Качаем ему сразу вторую эволюцию. Потом уже остальных героев поподкачиваю. Ну, по сути, 20к, и так очень много, я вам скажу. А у нас ушло на него на Зазвездие, нам реально подфартило. Так, еще разок, еще один заходик. Все. И пойдем сейчас с вами тестировать по локациям. А, блядь, говорю, один разочек. Это здесь один разочек нам еще же делать. Вторую эволюцию. Так, отлично, здесь есть. Да, посмотрим на него на второй эво. Ой. Эффект сбил. Так, АВА есть. Отлично. Посмотрим, что он может. Ну, понятно, без прорыва этот герой нифига не даст. Это прям не такой там мега-вау-супер, да, как Зефир, который может и без прорыва против героя с прорывом, в принципе, держаться. Но, опять же, это относительно. Уже Зефир тоже многие спрашивают, как прокачать Зефира, чтобы он был неубиваемым. Он уже таким... В принципе, не является на сегодня. Так, это у нас новые эти. Давайте попробуем вариант максимальный дефнуть. Вот такой вот еще сюда. Можно, в принципе, поставить у меня, по-моему, сова с уклонением. В итоге, что у нас получилось по статам? 15500 уклона. В принципе, неплохо. Поехали, проверим это. В деле, где-то в рейдах, ну вот, например, против Зефира, раз-два, и все, и героя нет. Что у нас по таланту получается? На 4 секунды понижает атаку на 70 и накидывает молчанку на них, наносит дамаг. Восстанавливает ХП, иммунитет к молчанку, крит резист большой, понижалка на 60 и 15% шанс набить немножко больше энергии. Так, ну давайте к седьмую кошмарку ради интереса посмотрим уже. Ну то есть это не тот герой, который там прям мега вау будет везде тащить, таких героев на сегодня... Так, не понял. Таких героев на сегодня уже очень мало. Кто будет более универсальным. На сегодня, как по мне, Огник, Фрея там и еще не... Да что за херня? Где он? Итак. Ну, как видите, зона. Был бы он билд намного дальше, был бы он крутой. Так он получается больше зональный герой. В таком варианте он хорош у нас для PvP локаций.
Скорость атаки, сами все видите, заряд, в принципе, у него плюс-минус заряжается быстро. Ну, здесь за счет того, что у нас хорошая прокачка созвездий и прочего, здесь он будет, конечно же, божей, то есть на кошмарках его можно использовать, на подземках. Ну и то опять, посмотрите, как долго он дамажит. Ну, у нас сборка больше дефная, то есть у него нету того прям мега-мега-вау дамага, который будет при любых там талантах, эмблемах тащить. То есть он больше такой герой, который будет работать вблизи, не на дальнюю атаку, то есть его, соответственно, надо качать под PvP-локации. Я не знаю, буду пробовать его на, там, на атаке фортов. Интересно будет посмотреть. Поехали на аренку. Ну это мы сейчас бегаем без прорыва. Почему я без прорыва сделал? Я хочу его еще потестировать против своих, ну против тестового аккаунта. Затестить, посмотреть, что, как он будет тащить, не тащить. А потом я уже буду дальше смотреть, что с ним делать. Будет ли ему место в моей коллекции героя. По поводу этой локации, да, опять же, смотрите, заряжается. Ну, понятно, тут у нас противник не особо. Давайте попробуем вариант вот такой вот. Так, не буду я ему делать десятку. Ну, поставлю логинку здесь. Ну, в принципе, можно было просто десятую эмблему поставить. Не пать мозг. И не качать. Вот он автопрокает. В принципе, круто, то есть ремочный вариант, ему не надо цель, он будет включаться. Что мы видим дальше? По дамагу, опять же, учитывая то, что у нас стоит ремка, да, я сейчас попробую еще вариант с пактом, ремку поставлю плюс пакт эмблемой. Ну, нету у него, по нему миссию, да, круто, все. Там герои, причем у нас сотрю с прорывами и прочим, но не попадают. Не попадают за счет того, что у нас много уклонов. Сейчас мы сделаем по-другому. Уберем вот это дело, сделаем так. Сюда поставим пакт. То есть уклона у нас стало намного меньше. Минус 6к, это немало. Тот же самый противник, стартуем. Так, у нас появился дамаг. Что мы видим? Проседать начал. В принципе, это логично. Немножко начал дамажить, но слился, как видите, очень быстро. То есть, соответственно, если вы хотите, чтобы от него был хоть какой-то толк, как и от большинства героев на сегодня, вариант атакующего. Просто, как по мне, отпадает, и я вообще забыл, что это такое там атакующие герои на сегодня, потому что это реально бессмысленно. Делаем максимальный, опять же, деф. Плюс уклон. Идем дальше тестировать. Идем дальше смотреть. Идем посмотрим в ЗБшку. Может, здесь, я надеюсь, у меня попадется кто-то. У нас пока первый тест без прорыва, потому что с прорывом потом будет жестко все. Там ни хрена толком не поймешь. Вот давайте против розы посмотрим. Роза бьет процентуально. Ну, опять же, у меня здесь уклона дофигища, нету прорыва, против меня герои с прорывами. Вот вам плюс уклонение, да, то есть по нему миссают, даже не заряжаются. Смотрим на него. Он тоже, я не вижу, чтобы он прям там меха заряжался. У нас мастер забирает энергию, то есть он тоже включится, скилл свой включить не может. Соответственно, если разбирать по локации, да, надо, чтобы он сразу включался. То есть это вариант ремочный. То есть ОЗ-шка плюс ремка. Не знаю, как он по дамагу на отражалках будет выживать. Но здесь сами все видите. Энергию забирают, и нифига он сделать не может.
То есть такое уже. Есть герои, которые намного веселее, намного бодрее, да, там с донатом, без доната, нежели донатные вот такие вот герои. То есть фактически ему применение на сегодня, ну, очень мало. Такс. Плюс, конечно, то, что он там подхил имеет, да, то есть это однозначно плюс, крит-резист тоже плюс. Но практика по локации, если его, где у нас, что у нас осталось, битва гильдии, атака фортов, а вот вам ремочка. Вот здесь уже поинтереснее, да, он включился, хоть один раз включился, дальше опять же он не особо включается, не дают, хоть и миссают, не дают ему полностью включиться. Мастер рун. Ну, мастер рун просто у нас не попадает. Здесь Космо у нас попадает, не дает вообще ничего сделать. Ну, плюс у нас забирает, что там, Фрея вижу, и Стрелок, да? Орнитоптеры. Ну, то есть, такого плана нифига он тоже сделать не может. Понятно, что он без прорыва, но все равно. Оброзочка. С дамагом, если вы его соберете, спать охота уже. О, бессмысленно тоже. Я не вижу смысла в дамаге, потому что он будет у вас просто картонный. Так, может кто-то пободрее будет. Так, Огник и остальные смотрим. Вот он включился, ну вот здесь вот более-менее он еще отрабатывает, но опять же, дамаг наносит, да, но этого дамага не хватает. Ну, такое себе. Понятно, что это он один против пачки, но если вы хотите хоть, чтобы он как-то жил, то вариант уклонения. Он не особо там, я вижу, чтобы миссал, ну, тоже висает немножко, ну, тут за счет того, что у него много дамага, он попадает. То есть вариант такой, либо точность пробовать, но с точностью он будет тоже, в принципе, интересен, но будет отлетать. Уклон это, знаете, такая непробиваемая. Ты ничего не можешь сделать, и тебе не могут ничего сделать. Ты ждешь просто таймера. Вот как вот сейчас. Ну, единственное, мы добавим ему прорыв. Там будет и точность, и статы повысится. И там мы попробуем, как оно все будет дальше. Но пока такое, знаете, нету прям такого мега-вау эффекта у этого героя, как у тех, которые выходили раньше. Ну, такое, не знаю. Чтобы мне он особо нравился, я бы не сказал. По поводу применения на локациях, ну, я даже не знаю. Ну, вот ремочный вариант включился, он всех хилит, подхил и все дела. Но не хватает у него явно чего-то. Ну, в пачке, возможно, на прорывах он будет повеселее. Это мы потестим в ближайшие дни. Но пока вот... Пока вот так вот, ребят, не знаю. Собрал. Долго я его не собирал. Сегодня просто так можно было получить одного, второго. Я решил забрать. Ну, его слили. Ну, понятно, тут сами видите, какие прорывы. Плюс 5 героев. Это тоже надо учитывать. Держится, по идее, в такой сборке он довольно-таки неплохо. В общем, будем дальше тестировать. И, я думаю, определимся с хорошей сборкой. И посмотрим на применение. У большинства героев на сегодня применения просто нет. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.